Привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост, это запись, это 652 день, часть 2, 652 день из 666, называется у меня черновой вариант, классическая Соня и ее самцы-совцы. Походу здесь ролик посвящен тупо прокачке Сони. В банду я ей взял, ни хрена себе он валил, в банду я ей взял Джакса, причина одна. Хоть его второй прием и не супер зверско бьет, как у многих, но первый его ништяк. Он бьет сразу всех, и мне это очень нравится. Когда, блин, они вылазят, они уже покоцанные. Ну и второе такое, как бы, для меня не главное, но стоит об этом помнить. Снимает у всех щит. Щит, который дает Соня Холодная Война. Прекрасные, блин. Прекрасное умение, 44 уровень она получила. Пришлось назвать ее самцы-совцы. Тут, по идее, надо бы было, я не знаю, сколько у меня было карт этих левелапов. Тут, если бы они были, надо было вбухать их, и сейчас бы она получила 50 уровень. Но я тут, по-видимому, забыл. Там было несколько роликов, когда я садился. О, как раз сейчас можно Джаксом, смотрите, шмальнуть вторым приемом. И все урон получили, да еще щиты потеряли. Короче, было у меня несколько роликов, когда я садился записывать и забывал в них вбухать карточки левелапов. Блин, и раз там, к примеру, и Sub-Zero перешел там 44-го, там 45-го или 45-го, 46-го, я такой, блин, нет, у меня же были карточки, то есть это сколько ждать, блин, пока он снова, ну, к краю этой полоски экспириенса доберется. Короче, что есть, то есть. Так я, да, блин, тут у меня раздавал чисто первыми. Вторым почти никогда не пользуюсь. Ну, как раньше-то им пользовался, но сейчас, когда есть Джакс и, в принципе, Сонька, так я, да, у меня в основном чисто... Вдруг какая тварь выскочит, и ему надо срочно отобрать силу. Вот для этих целей я его использую. Сорок четвертый левел. Сейчас на это смотрю и... С содроганием таким, думаю, хух, я сейчас, у меня вообще полнейший расслабон, жду следующего там испытания, периодически заглядывая в наборы за 360 душ, блин, никуда не спешу, все свои планы выполнил. Все, можно удалять игру, да, можно удалять хера. Такеда Такахаши, блин, немного поджарился, ну нифига, точнее, Такеда, блин, Кенши Такахаши, блин, Такеда, блин. Интересно, я первый раз его хотя бы это Такеда и не назвал бы. Так, сейчас еще разочек пальнем вторым. Тут, в принципе, можно было бы этого не делать, но всегда приятно, когда следующий боец выходит и уже немного покоцанный. Мне это офигительно нравится. Бемц, истощение силы. Так слабовато, бывает и сильнее он пуляет. Ну, также зависит от того, в блок или не в блок попал. Или насколько ты там насвайпал, не знаю, может еще от этого зависит. Всегда какое-то разное количество отбирается. Ну, мне так кажется, может оно всегда лимитировано. О, тут я даже не знаю, буду на рентген тянуть или тупо второй сделаю. Тут, блин, загадка. Блин, наверное, тяну на рентген. О, да-да-да-да-да, это был рентгенчик. Муженька своего так по черепу. Херясь, блин. Ну, костюмчик у нее дурацкий, конечно, я не знаю, он мне и в первой части не особо нравился. Да, знали бы вы, как я даже это озвучиваю, блин, только закончил озвучивать свой первый ролик, тут, блин, врывается ко мне в комнату, папа, включи мне на планшете что-то там. Не может найти, бедный ребеночек. Ну, тут все чики-брики. Чики-брики, ее самцы, блин, совцы реально разруливают всю ситуацию. Блин, Джакс у меня, по-моему, с молотом. Сонька, блин, с топором. С томагавком. А все мысли у меня о Шаокане. Когда же уже... Да, этот ролик хрен знает, когда выйдет. Скорее всего, у меня уже Шаокан к тому моменту как-то апнется. Но сейчас у меня, блин, Шаокан вообще без слияния. Видите, как давно я это записал, блин. Еще даже испытания 1.15.0 не было. Ну, обновление я имею в виду. И когда я до него добрался. Там целая пачка таких роликов была.
Ух ты, тут я нифигово, блин, даю, короче, в этот самый в щит. Это я даже не знаю, нахрена я так хитро, блин, сыграл. Прям обхитрил сам себя. Шмаль и должен загнуться. Блин, как это он его не добил? Неужели такой слабый удар? Сёмчик, какой-то сёмчик. Видать, сёмки любит, блин. Второй прием оказался невероятно сильным, я как-то особо не обращал на нее внимания. Ну, как бы там тащится, всегда слабее остальных, прокачивается, все уже давно 50 уровня, она там еще где-то там в районе 30-го. Блин, и как-то вторым приемом как шмальнул, как, блин, глянул, сколько он отбирает, думаю, ни хрена себе, да пора ее уже, блин, на первое место ставить. Ух ты, вот это я круто, снова, блин, в этот самый бью. В кости те, блин. Вообще странное появление в этой игре вот этих персонажей из фильмов. Это вообще как-то, блин, странно. Уже и Фредди Крюгер был, и Кожеликий, блин, и Чужой. И Джейсон. Блин, я хрени. Там еще, блин, эти авторские права, блин, и все дела. И еще бы Кратоса, блин. С Mortal Kombat 9 или где он там был, этот Кратос, я уже не вспомню. По-моему, в девятом. Вот эта банда была. Ну, сейчас мобильную версию добавляют всех подряд. Из девятой части, блин, из десятой, короче. Двигло позволяет, блин. Unreal Engine, он, блин, офигенный движок. Да, вот так подумать, сейчас вот мы смотрим игру, да, файтинг на Unreal Engine, ну, по-моему, это еще третья часть. А сейчас на Unreal Engine четвертом я там играю, например, PlayerUnknown's Battleground. Да, там еще там совсем, блин, разные жанры. Вот это движок. Давай, Джакс, давай. Мне нравится, как у него быстро набирается. Вот это когда он стреляет, то с каждым выстрелом полосочка силы растет. Хорош. Иногда приходится его таким маразмом заниматься и надеяться, что его ничто не спасет. Неужели у него были жизни? Ну как он, сука, выжил? Блин, да еще и после Кенши выжил. Ну это вообще загон, блин. Ну, тут, походу, последняя битва, и у нас все под контролем, блин. Народ почти не ранен, а там уже все покоцаны. Тут главное пробить, да, отлично, блин, отлично. Всегда, видите, комбо еще идет, а я уже спецприем делаю. Вот почему мне было тяжело там переучиваться скорпионом, второй спецприем делать. Я начинаю его делать, а его комбо отталкивает соперника. Ну и выходит, блин, в пустоту. У меня там скорпион часто бил. Приходилось переучиваться. Сейчас я, конечно, скорпиончиком давно не играл. Кстати, много бойцов, которые 50 уровня. Как они туда добрались, а я даже их не помню. Не осталось у меня следа, как я их прокачал. Тот же, блин, классический Кана. Как он, блин, у меня 50 уровня стал, я вот, к примеру, даже не вспомнил. Ладно, ребятки, подошел еще один ролик к своему финалу. До встречи на канале, а я пойду поработаю еще немножко. Осталось еще 4 или 5 роликов. Пока-пока.